Спорт объединяет людей гораздо быстрее, чем что-либо другое, подчеркнул депутат парламента Азербайджана Асим Моллазаде, комментируя значимость проводимых в Азербайджане игр исламской солидарности. По мнению парламентария, для Азербайджана также очень важно участие представительниц женского пола в соревнованиях Исламиады. В этих рамках для нас очень важно участие женщин в исламском мире. Мы считаем, что активное участие женщины в политической, социальных вопросах, общественной жизни страны создает благоприятную ситуацию для ускоренного развития страны. И в этом плане для нас очень важно образование. И мы хотим поделиться и этими своими возможностями. И в этом плане я думаю, что игры «Исламиада», как мы ее здесь в Баку называем, она важна для нас также, потому что спорт объединяет людей гораздо быстрее, чем что-то другое, чем политика, кстати. И нам кажется, что спорт и культура, спорт как составная часть большой культуры для Азербайджана является очень важным.